Сотрудники мотовзвода останавливают всех водителей двухколесного транспорта. Если явных нарушений нет, на голове шлем, алкоголя в крови не обнаружено и техника исправна, то смотрят документы. Байкеры часто забывают права и страховой полис. Но, по словам инспекторов, за последние годы мотоциклисты стали более дисциплинированными. Люди понимают, что мотовзвод также работает в Красноярске. И дисциплинированно более стали останавливаться. То есть раньше при остановке водители старались не останавливаться, приходилось догонять, преследовать. Это правильно. Мотоциклисты такие же пользуются дорогой, как автомобилисты, поэтому это необходимо. Тем более это угроза. Ну, определенная угроза, это большая скорость, больше маневренности. Для обычных участников движения это всегда проблема. Бывают случаи, когда автомобилисты сами провоцируют опасные ситуации, отмечает Александр Шестаков, руководитель городского мотоклуба. По его мнению, такое поведение водителей машин может быть связано с завистью к быстрым и маневренным байкерам. Мотоциклисты двигаются вдоль там потока, да, не нарушая правил дорожного движения, потому что, допустим, движение между ряди прямого запрета нет. Но так как техника гораздо меньше, чем автомобиль, поэтому у нас есть возможность немножко быстрее проехать пробку, да, и зачастую у автомобилистов возникает такая как бы злоба на нас, потому что им приходится стоять в пробке, а мы, в общем, потихонечку, никому не мешая, опять же, продвигаемся вперед. На длинных выходных сотрудники полиции проведут сразу несколько рейдов. Скрытые патрули будут дежурить как в городе, так и на трассах. Кроме того, будут ловить тех, у кого нет детских удерживающих устройств. И, конечно же, особое внимание в праздничные дни уделят любителям пьяной езды. На предстоящих выходных днях сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Связано это как с проведением праздничных мероприятий, так и с обеспечением безопасности. Будут организованы дежурства на выездах из города Красноярска. Инспекторы напоминают всем автовладельцам о необходимости быть внимательными при движении по городу в праздничные выходные. Во многих местах в центре будет изменена схема движения, при этом на улице будет в разы больше пешеходов. Сергей Сеславин, Павел Потылицын, новости.